Всем привет! Мы продолжаем обзор китайской еды. Сегодня у нас вот такая закуска. Это яичный тост. Или сухарик, может быть. У продавца она очень смешно называется «Четкая и вкусная закуска». Стоимость упаковки $1.36 и пришло она за 15 дней. В упаковочке идет 27 грамм. Открываем наши четкие яички. Как мы видим, они были запакованы вот в такую вот фольгу, а внутри еще лежали в вакуумной упаковке. Очень плотно все герметично запаковано. Давайте открывать и дегустировать. Наши снеки выглядят как брусочки, и в упаковке их идет 3 штуки. Пахнут сладкой выпечкой, а по консистенции они как стекловато в состоянии халвы. Вкус просто неопределенный, я не знаю, как его можно назвать. Идет какой-то привкус яичного желтка, чувствуется вкус сахара, как будто это сахарная вата. Но он настолько непонятный, и я не знаю, как его пересказать, рассказать, поэтому попробую еще раз съесть и определиться. Не помогло. Также заметил, что на брусочках есть маленькие семечки кунжута. И сам брусочек, довольно жирный. Он пропитан жиром. В общем, я не смог определиться со вкусом. Еще раз покажу вам упаковку. Если вы заказывали и ели вот такую пищу, скажите, на что оно похоже, чтобы можно было объяснить людям.